никто не футбол, но наша молодежная команда является гордостью и патриотическим движением нашей партии. Я с огромным удовольствием смотрел этот финал, это все видели, ребята блестяще играли. У нас очень сильный противник был, но победили заслуженно и счет великолепный. Я от души поздравляю, благодарю ребят за классную игру и надеюсь, что мы продолжим эту победную поступь. Мы уже выиграли первенство страны, выиграли Кубок Москвы и очередной раз Кубок Москвы у нас. Поэтому поздравляю, благодарю. До здравия!